апостол Андрей, Спаситель ходил по воде. И Андрей вставал из воды не скорее, а Спаситель погибших людей. И Андрей закричал: я покину причал, если ты не откроешь секрет. Но Спаситель ответил: спокойно, Андрей, никакого секрета здесь нет. Видишь, там на горе возвышается крест, под ним десяток солдат, повиси-ка на нем. А когда надоест, возвращайся назад. Гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной.